Ликвидация несанкционированных свалок обсуждалась в понедельник на совещании губернатора с главами муниципальных образований и членами областного правительства. Андрей Воробьев поручил оперативно навести в этой сфере практический и юридический порядок. По информации Госатомтехнадзора, значительный эффект в борьбе с незаконным свалом мусора могут дать специальные фотоловушки. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что в нашем муниципалитете уже установлено 15 фотоловушек, которые помогают фиксировать подобные нарушения. В ближайшее время их число доведут до 25.